Мама, это твоя история. Твоя история моими глазами. Она началась 50 лет назад. Родилась ты. Честно, мне очень сложно представить тебя ребенком. Представить, что ты баловалась, была непослушной. Бабушка рассказывала, что гоняла вас с Петей лозинами. Ты тоже однажды была снегурочкой, как и я сейчас. И, судя по твоему лицу здесь, ты тоже не очень любила фотографироваться, как и я сейчас. Но ты была ребенком, шкодным, баловливым и открытым всему миру. Посреди родных широт все бегут, бегут дороги, и зовут они вперед. Тебе было 15, когда ты уехала учиться. 15 лет. Я даже представить себе не могу, что ты тогда чувствовала. Я знаю, что тебе было очень страшно, но никто бы так не сказал. Шло время, ты поступила и не единожды, и у тебя все получилось. Дальше родилась я. Здесь, именно здесь, в 1991 году, находилось родильное отделение города Домодедово. Вот в этом самом здании на свет появилась я. Сюда ты поднялась, пока еще одна. Чтобы выйти отсюда, но уже вместе со мной. Ты дала мне все. Я ни в чем не нуждалась. Я училась в самом лучшем классе. Класс рекорд. У меня даже были туфельки от Леонти. У меня были самые красивые платья. Самые большие банты. Ты для меня герой, и ты сама знаешь почему. Спасибо. Мама, мама, я люблю тебя. Мама, мама, я люблю тебя. Мама, мама, я люблю тебя. Мама, я люблю тебя. Вообще у меня было очень веселое детство. Ты всегда была звездой на любой вечеринке. Ну, впрочем, как и сейчас. Крёз всегда убирала тарелки, потому что стол превращался в подиум, по которому пойдешь ты. И, конечно, была песня. А в 706-й квартире Света с Ксюшей живет. Света ходит на работу, Ксюша песенки поет. Деньги на такси шибает, Светка часто по утрам на работу опоздает и получит по мозгам. Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. Ты встретила папу. Ты встретила папу, и это было одно из лучших событий в нашей жизни. Папа, конечно, будет говорить, что ты была инициатором знакомства,
Но мы-то знаем, как все было на самом деле, да, пап? Папа хороший, добрый, благородный, да и вообще самый лучший. Он самый лучший фотограф. Угадайте, кто фоткал? Вы путешествуете, вы плаваете с акулами, ты боялась наступить на морскую звезду. Занимаетесь дайвингом, рафтингом, и, конечно же, вы катаетесь на лыжах. Не без последствий, конечно. И все это под папины песни. Ведь он тот еще певец. Когда я в лани цвету, всем девчонкам хочется, что им цветы дарить, и однажды я сказала тебе, что влюбилась. И, конечно, была свадьба. Ты сильно нервничала в тот день, но 4 таблетки успокоительного сделали свое дело. Я думаю, ты будешь прекрасной женой для своего Сережи. Сережу я тоже очень люблю. Я довольна выбором своей дочери. Сейчас ты не просто мама. Ты моя лучшая подруга. Я тебя очень люблю и благодарю тебя за свою жизнь. Оглядываясь назад, ты, наверное, скажешь, что все было. А я тебе скажу. Мама, все только начинается. Мамины глаза все на свете понимают. Мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза –